Это будет жестко, да? Вот кто такой жирный? Вот зачем он? Буду вой ДМК давать. Все инры давайте по войду, по КД. ДМК тоже ему. Есть рив. Зубы с пола. И хитрости тоже. Может, там танчит какой-то друид, который вообще там, по-моему, без танка этого чмота. Дело не в том, что танчит друид без танка спека, а то, что в середине трэш сагрили. Костянова оттанчил норм. Нет, третья. Подтвердил чек. Думал, рисун. Нужны. Не дам.
9 жизней. Больше всего агро дает молоток, его по КД юзай. Да. Че, пацаны, если слот будет, сообщите, пожалуйста, как я там сидит. Не, я не успел. Момент настроить сейчас секунду. Вы в это не ходил в пятницу? Заводи. О, красава. Беги, Войт. В сторону беги. Беги, малышка, беги! Ну, типа... Постой-ка тут!
Ты танк, чё быстрее? Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Я пока не могу. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Опять человек уже мертвый. Порвался, наверное. В этом, в ТД ты в курсе, у него танка-то нет. Ну, я не знаю, как там за БДК агро держать, но я думаю, трудновато 4 мобов держать.
Я могу в мишке. Но не без спека мишки, но в мишке. Нихуя я Косинова оттанчил. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет... Ты что, запустили, что ли? Нормально резко. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина! Ты не в силах противиться моей воле! Ступай во тьму, в вечную тьму! Ты чат читал? Там Зигспал может против аспекнуться на одного босса. Скажу. В эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Не достаю, слишком далеко. Мне сало дали, не могу себя сконтрить. Песня.
Сову срочно сконтролить. Без постера. Сейчас не напуливайте, а то у вас не останется босса, потом не будет. Два бэра есть. Три. Хильте. Ты не в сил противиться моей воле. Давай ты зайдешь на хила какого-нибудь, я зайду на танка. Какой босс нужен? Не было слышно, если что-то говорил. Ну, да, слышно только с конца. Только ёбаный в рот. Нет. Уже начинается, блин. Давайте. Сейчас тебе покажу, как мобов агрить, которые выходят. Блин, твой моб сейчас Локу убил. Да, я про первую фазу еще. Вот смотри направо. Перед тем, как они выходят, вот здесь вот разливаешь лужу, вот этого моба сразу начинаешь бить, среднего, а тому, который левый, в него таун даешь. Чуть-чуть отбегаешь назад, вот здесь разливаешь лужу и кидаешь тарелку, она уже летит сразу по всем, и молоток сразу, и все, они с тебя уже вообще не сорвутся. Сколько меткости? Ну я вижу, что у тебя меткости не хватает. Почему много?
Так касок нету, блядь. Прото тоже нет, ну ладно. Да нахуй надо. Вместе 100 в руке. Неистовство в руби. Главное, убери тех, которые мелики, кастеры, они не так сильно бьют. Потому что мелик, если он по тряпке ударит, он ваншотит. ДПС много. Отражение, потому что он... Даже если никто не видел, как Дикс спал, спасли. Не, в другую, в другую, в другую. Да хули выйти на кулак. Две совы в контроле. У меня без издаваться. Сигнал за экспал на пулемете.
штуки. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Да половина, нет? А, шлем, понял. Может, на кому-то надо. Лов, ты паролил на мейн и сказал, никому не надо, возьму себе. Время, деньги, друг. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем! Протопалы. Бесполезные классы, Void. Что это там вдалеке? А чё, бля, там, кстати, нормально в тьме рога их хуярить. Чё за трульда от экрана, блядь? Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы её, блядь, ну да, вообще-то. Орде тут делать нечего! Ты скоро пехота, поймёшь, сержанты! Ой! Может, в субботу тогда соберу. Так мне топор нахер не нужен. Не то, что ты топор выбил, заебись тем, что нужно плюс ноль не бить. Это когда все знают, что делать надо. Да, два человека с комнаты в контроле выходят, как-то не очень. Дело есть, Мурадина забрать надо. Thank you.
На следующем маге дайте ему бэрфи. Нахуй надо, да? Да это заметно на самом деле, там у фуриков хп летает. Так они срываются с тебя. А еще у вас третья пушка была свободна. Украинники, огонь! Ота, у нас РЛ какой-то даун, вам не кажется? Сейчас еще Геру ждать не был. Слишком далеко. Сколько минут там до Геры? Заводить. 5 секунд. Дайте рыбу. Ставьте рыбу, если есть, и пробафайте мага. На нет, это на оф. Не, на мейн нердру я писал. А какой пояс медведь берут? Бафает крест, помогаем крест. На оф роль. Скажите, как допустите в ТШ во втором окне. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим. Войт, это ж монет. Мой мальчик погиб у врат гнева. Да. Забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь... И крест по магам, блядь. Мы назвали его... Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городале под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня... Я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно... Кроме кота. Здесь ДБМ багнул, флажку проебал. И можно сразу ГП кинуть.
Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. ГЦС Воли. Почему танки стоят здесь и ждут, когда откроют портал, когда это их прямая обязанность? Можешь лучше отдать кому-то другому, а сам танчик идти. Быстрее иди. Зайду тут, прицеплюсь за хантом. Я сейчас согрет плохо.
Глупые смертные! Думали, что одолели нас? Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Наксана был досадным недоразумением! Никому не будет пощады! Свершить отмщение! Он даже не сказал, что ханты напыливают Талдорам и рога Валанара. На ступеньках сфера. Кинь не там, там только придет. Около Минчера есть. Все равно откатится. Моя чаша полна. Прольется кровь. Насладитесь болью. Прольется кровь. Моя чаша полна. Интоксикация. Пробеги немножко еще, она пропадет. Встречу ей побеги. Встречу шарику побеги. Моя чаша прольется кровь. Насладитесь болью. Прольется кровь. Моя королева. Они... Писал, что на мейн. Там кольцо нового хотели. Роджер.